Турецкие врачи и специалисты в области эко и урологии прибыли в Махачкалу. На базе клиники профессора Азизова они провели врачебную конференцию по вопросам бесплодия и других проблем репродуктивной функции человека. Для обмена опытом сюда съехались не только ведущие доктора республики, но и специалисты из соседней Чечни. Профессор Ахмед Азизов считает, что у турецких коллег есть чему поучиться и связывает активное внимание конференции с высоким уровнем качества турецкой медицины. Кроме этого, отмечает он, встречи международного значения на базе медицинской компании проходят регулярно. В рамках международного сотрудничества мы приглашаем к нам различных специалистов. В прошлом году к нам приезжали специалисты из Казахстана и проводили семинар, конференцию на нашей базе. Сейчас приехали специалисты из Турции. В Турции достаточно передовые технологии, они в основном работают на американском оборудовании, проходят специализацию обучения в Америке, и медицина на мировом уровне в Турции достаточно высокого уровня, высокого класса. Поэтому нам очень интересно нашим коллегам из Дагестана. Тема актуальна не только для Дагестана, но и для всей страны. Статистика бесплодных пар удручающая. В этой связи вопросы репродукции активно обсуждались в формате беседы. Турецким специалистам присутствующие врачи задали интересующие их вопросы. Гости республики успели провести прием в местной клинике и делятся впечатлениями. Я приехал из Турции в Дагестан и провел несколько приемов с парами, имеющими проблемы зачатия. Я сделал соответствующее назначение, но хотелось бы помочь каждому из них. Мы намерены и дальше сотрудничать с клиникой Азизова и в случае необходимости помогать пациентам, которые сюда обращаются. Я приехал в Дагестан впервые. Здесь очень приятная атмосфера, и мне бы хотелось сохранить дагестано-турецкие отношения в области медицины и дальше. Мы осмотрели много пациентов. На данный момент совместно с клиникой Азизова продумываем наше взаимодействие в работе механизированной хирургии в области урологии. На базе этой клиники мы видим возможным дальнейшее сотрудничество. С большим интересом также были выслушаны выступления дагестанских врачей. Они представили доклады об эндоскопической урологии и лазерной хирургии при мочекаменной болезни.